В этом году Всероссийское добровольное пожарное общество отмечает юбилейную дату – 125 лет со дня основания. Это профессиональная, надежная, проверенная временем общественная организация, которая вносит значительный вклад в работу по профилактике пожаров. ВДПО сегодня – это 83 региональных отделения по всей стране, в том числе отделения на территории нашей республики. Ежегодно они, пожарные добровольцы, проводят свыше 1000 мероприятий профилактической направленности. Большую роль в этом играют дружины юных пожарных, которые накануне пополнились еще 8 дружинами. Они могут ходить в начальные классы, они могут в детский сад ходить, они могут распространять свои знания другим, своему окружению, одноклассникам, младшим. Они следить. И практика показывает, что дети, которые приобщаются год-два, которые приобщаются к этой теме, они не только за малышами следят, но и следят даже со взрослыми. Таким образом, благодаря профилактическим мероприятиям, только с начала текущего года удалось добиться снижения пожаров на 7,5%, а погибших на 6%. Новоиспеченным юным пожарным вручаются значки и удостоверения. С каждым днем число добровольцев продолжает расти, и на сегодняшний день их более 2000. Эффективную работу ВДПО подтверждают и профессиональные пожарные. В Якутском региональном отделении мы держим тесные дружественные контакты, вместе работаем, задач у нас много, ведь это та работа, которая нам тоже дает большие результаты для достижения вот тех параметров, за которые мы ежедневно боремся. На торжественном мероприятии были вручены благодарственные письма и медали активистам общества, и особого уважения имели ветераны ВДПО. Мы перекрываем многие направления деятельности. В основном у нас это профилактика, работа с детьми, значит, организация выставок, творчество, чтобы дети могли уже себя сейчас чувствовать участниками этой профилактической работы, чтобы в дальнейшем ориентировались на именно безопасность в сфере пожаров. Всероссийское добровольное пожарное общество сегодня это не только крупнейшая в России общественная организация, но и одна из крупнейших и разветвленных производственно-сбытовых сетей противопожарной продукции. Виталий Абрамов, Владимир Павлов, НВКСХ, Якутск.